это интервью с головки. Давай. Мы гуляли во дворе. Моя сестра заметила, что самолет летает низко-низко, потом поднимается. Начал подниматься выше и выше. Потом мы его не увидели. И что-то он скинул. Мы думали, это ловушка. Или, были такие дымок шел и красные огоньки. И с чем это запускали? С самолета. Какими бомбами? Фосфорными.